Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Heroic Magic Duel. Так, выполнено. Что у нас тут выполнено? Я немножко поиграл, как говорится, освежил память. Сразу скажу, не все так просто. Прошло очень много времени с последнего раза, когда я в нее играл. И довольно щекотливая, так сказать, ситуация. В общем, все зависит от того, какой противник попадется. Так, Джекир. Кукловод, а у меня старая школа. Да, последний 2019 год, когда я вообще начал играть в нее. Так, ну что, это у нас маг льда, если кто не знает. У меня очень тяжелая колода, и я проигрываю той колоде, у кого очень быстрые юниты. Перекати камень там. Вот, например, уже вот стоило только намекнуть, и они прилетели. Так, ну что, этот охламон пускай идет. Я не знаю, может быть, нам не будем пока ничего здесь делать. Давай сделаем вот так вот. Посмотрим просто, что он тут будет делать. На, на тебе. Интересно, проиграем? Нет, выиграем. Хотя так себе, да? Жух! Опа! На-ка, гаденыш. Упс. Нормуль. Обменялись, грубо говоря, да? Только он мне, гаденыша, таки нанес урон все-таки, да? А я по нему нет. Так, пускай он, в принципе, этот ворон мы будем отбивать с тобой. Плохо. Плохо, друзья мои. Что он там? Мага еще поставил, да? На. На. Ничего себе он тут понавызывал. Давай, давай, заваливаем. Не успокоиться, а? Ты серьезно сейчас? Ох, ёк-ломаны. Так, друзья мои, давай наказывать их. В принципе, наказали, да? Погнали. Давай. Угу, подловили. Так, что у нас тут? Давай еще одного вызовем. Так, секунду. Давай, бомби. Тырич. Смачненько. Так, погнали. Угу. Врубаем. Так, стопы. Ой-ой-ой-ой, успеем ли мы? Ну, как бы успели, получается, да? Все пока прекрасно. Пока все идет у нас отлично. Так, отдохни. Чутко. Громозека ты этакий. Так, у нас пошло дополнительное время, да, я смотрю. Все, ребята, побед за нами. Успел-таки я его прижучить.
Успел, тут не поспоришь. Так, ну что, поехали. Первый бой, как говорится, неплохо было. Так, а нам нужно с тобой вот сюда зайти. За эту, так сказать, грань. Кстати, у меня амазонки почему-то в этом бою ни одной не выпало. Очень интересно. Так, кто против меня? Только бы не шаман. Вот ненавижу шаманов, ребята. Пускай лучше огненный голем этот, как его звать, я уже забыл. Но только не шаманы. Ну что, мы будем 3 часа теперь в ожидании сидеть. О! Машина для убийства. Вот с ним, в принципе, можно драться, ребят. Но опять же, если за него хорошо играть, то можно горе хапнуть, будь здоров. Ну что, вызываем, наверное, да? Поехали. Начнем первыми. Что за заклинаха у него, а? Как ты думаешь? Наверное, мне кажется... Опа. Не, это я, конечно, немножко ожидал. Это была первая, будем знать. У него удар есть, да? А что за второе? Что-то он там ждет, копит. Понял. Понял, не дурак, дурак бы не понял, а я понял. Успеем хоть завалить-то, успеем. Угу. А хо-хо, не хо-хо. По две карты. На-ка. Отдохни маленечко, да? Вот это плохо, что у него есть убийца. Нет, 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 даже не думай каркать тут. Даже ты об этом и не думай, пожалуйста, не каркать здесь. Он опять, да? Окей. Ну что, с этим олухом мы займемся. Короче, я понял, ребята, что у него там за картишки и чего нам ожидать. Ох ты, ох ты, ох ты, разошелся-то как-то, посмотри. Я вот так вот сделаю. Оглушаем. И колем его, колем. Че, ребят, пора? Только не огненный свой удар. Бумс. Он не успел чуть-чуть. А кто не успел, тот опоздал. Угу. Успокойся ты, ты уже достал здесь, а? Давай-ка мы ускоримся, наверное, здесь. Так, и начинаем бомбить ему, да? Так, все? Все, ребята, ничего ему не помогло. Я знаю, для чего он брал убийцу. Я знаю, для чего он брал этого гиганта-скелета. Но его фокус не сработал. Хотя мог бы получиться, в принципе. Но, тем не менее, победа за мной. Ребята, наконец-то я заработал этот сундук. Но откроется он, когда закончится сезон. Так, нам нужно еще с тобой две победы для того, чтобы открыть тот маленький сундучок. Вот эта вот ведьма, она, конечно, неплохой урон наносит, да? Которая огненными фаерболами бомбит. Но пока она крикнет, это нужно сделать так, чтобы никого не было, никакого заклинания у тебя. Ну вот, ребята, начинается, да? Вот трындец. Ну ладно, мы с тобой поставим сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой.
Ты давай-ка завязывай, родная моя. Так, бомби по этим хлопцам. Тыч. Даже так, ладно, мы обменяемся. Упс. Обменяться не получилось. Ну, естественно, мы его уничтожим, ребят. Расстреляем. Ага. Давай вот так сделаем. Упс. Блин. Ну, тут понятное дело, тут надо вот так вот. Стоп. Стоп, машина. Так, подожди, он же... Все, он дуплился. Нормуль. Так, заморозка. Причем вот такая вот заморозка здесь. Не абы что. Слушай, а он отдаст нам или нет? Отдаст. Ну. Так, 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 подожди, подожди, подожди. Так, ты не спеши, пожалуйста, не спеши. Сейчас, друзья мои, попробуем вот так вот сделать. Ага. Прекрасно. Ну, давай своих скелетов. На растерзание мне. Что, заморозил гаденыш, да, все-таки? Так, секунду. Все. Разнес, ребята. Было что-то рядышком возле проигрыша на самом деле, но фух. Слушай, после долгого перерыва аж прям адреналинчик идет. Идет адреналинчик, тут не поспоришь. Так, ну что, нам еще нужно с тобой одну победку для того, чтобы получить сундучок. Погнали. Видишь, что значит старая школа? А если в нее играть каждый день, да через день, можно так наблатыкаться. Ну давай, неужели опять... Ой, блин, а вот это плохо, ребята. Вот с этими шаманами у меня все очень печально. У них тут и отхилы. Чего у них там только нету, блин? Они вообще какие-то универсальные, как по мне. Чего тут сделать? Я не знаю, что тут можно вообще сделать. Вызывает, видишь, халабуду всякого. Ну, давай я попробую так вот сделать. Просто хочу посмотреть, ребята, к чему это все приведет. Угу. Так, он применил, да? Мы тоже применим тогда, что нам? Давай-ка вот так вот сделаем. Жух. Угу. Давай-ка здесь. Опа. Так. Здесь мы с тобой поставим амазонку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На, ты получи, гаденыш. Естественно, отравление. Ребят, что здесь может быть еще, кроме отравления? Скелет, давай завязывай со своими вот этими шутками, прибаутками. Дело дрянь.
Куда ты пошел-то, я не понял. Разогнался куда-то, не понял я даже. Вот, вот именно вот про это я и говорил, ребята. Вот такие вот всякие гадости у них есть. Причем в избытке, блин. Давай этот. На, на. Ты смотри, 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 как круто поменялось у нас, ребята. Как тебе сказать? Слушай, достали вы уже, парни. Ну. Интересно, разрулит он, успеет? Нет, мне кажется, вряд ли. Все. Ну, ты сам видел, базу мы подбили. Оцените бой. Ну, давай, вот так вот. Ну что, ребятушки, получаем с вами сундук. И, в принципе, я думаю, для первого раза этого будет достаточно. Так, мы тут заработали 1000 монет с тобой даже. О, как. И сундук. Ну, открывай, открывай, не стесняйся. Показывай, что у тебя там внутри. Ну, серьезно, вот такую вот фуфляндию мне подсунули. Ерунда, на самом деле. Причем полнейшая. Так, ну что, ребят. Думаю, что на этом мы пока с вами закончим. Тут, конечно, можно было бы пойти на одиночный рейд на босса. Гильдия моя, естественно, ребята, вся, как тебе сказать, разлетелась, можно так сказать. Эти члены гильдии, по-моему, уже давным-давно не играют, потому что тут все по нолям. Пригласить друзей в свою гильдию. Но в те времена мы зажигали хорошо. Так, а у меня есть место? Есть, ну вы сами видите, ребята. Называется она «Справедливые». Так, добро пожаловать, дружище. Ну, в принципе, все нормально. Все, остаются подарки. Это мои запросы были, ну, также может и ваши быть запросы. Тут, как говорится, без разницы. В общем, всем, друзья, спасибо большое за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.